Что такое валютная война? Валютная война — это фактически, будем так говорить, некие такие бега. Значит, разные денежные единицы ускоряются в плане, значит, снижения своего курса по отношению к доллару. Якобы для того, чтобы повысить конкурентоспособность своей национальной экономики. Но все они бегут в одном направлении. Направление понижения своего курса по отношению к доллару. А дядя Сэм, или вернее хозяева денег, они потирают руки. Понимаете? И сегодня на серьезном государственном уровне обсуждается вопрос о том, что нам надо целенаправленно снижать курс рубля. Потому что, видите ли, мы живем в таком мире, где, значит, идет перманентная валютная война. То есть фактически люди, вот те люди, которые это озвучат, это, будем так говорить, провокаторы. Провокаторы очень высокого ранга. Поэтому категорически надо отвергать все это и жить своим умом. А чтобы жить своим умом, для этого надо, безусловно, изучать лучший мировой опыт и, главное, собственный опыт. Потому что весь мир учился на нашем позитивном опыте.